Вот сразу мне стало так грань женской свободы. Честно говоря, я бы не различала эту грань между женщинами и мужчинами по гендерной принадлежности, скажем так. Потому что, мне кажется, это все зависит от, конечно же, от человека, от его интеллекта и от чувства меры. А чувство меры – это такое какое-то накопительное явление. Свобода – понятие очень относительное. Для кого-то свобода – целый день сидеть во дворе и щелкать семки, а для кого-то свобода – создавать революции, летать в космос. –